Пока без изменений. Мальчик, выпавший из окна четвертого этажа на Ботанике, остается в крайне тяжелом состоянии. Он находится в отделении реанимации детской больницы имени Валентина Игнатенко. Информацию подтвердил для Публика ТВ замдиректора медучреждения Виталий Михалчан. Он также отметил, что врачи пока сдержаны в прогнозах, но делают все возможное, чтобы спасти малыша. Трагедия произошла в понедельник вечером. По данным полиции, малыш был дома с бабушкой. В одной из комнат было открыто окно. В какой-то момент мальчик выпал из него.